Связки человека – это плотное скопление соединительной ткани, укрепляющее суставы. При резких движениях в суставе, сильно растягивающих связки, могут возникать травмы. Связочный аппарат имеет множество нервных волокон и кровеносных сосудов, поэтому сразу же после возникновения травмы появляются болезненные ощущения. Есть и другие симптомы растяжения и травм связок. Симптомы, как и у ушиба, только механизмы травмы разные. Единственное, что отличает, при растяжениях чаще, чем при ушибах, возникают гематомы. К месту растяжения нужно прикладывать холод. Оберните спрессованный снег или кусок льда тканью и осторожно охлаждайте больное место. Если на месте растяжения возникла гематома, конечность нужно слегка приподнять. Травмированный сустав нужно обездвижить при помощи эластичного бинта. Вязка должна наложена быть плотно, но не туго при этом, не передавить. Но если почувствовали, что пальчики на ногах или на руках начали неметь, значит, это говорит о том, что вы перетянули повязку. Нужно немножко ослабить. Повязка должна быть плотная, но не тугая. Главное, чтобы травмированные связки находились в неподвижности. А специальные мази выпишет травматолог, к которому нужно обратиться обязательно.